Добрый вечер. Я хочу начать с собственного результата. Благодаря этому результату, вернее, своему нерезультату, я пришла в клуб. Так как я предприниматель и больше 18 лет практически работала только на стоя, и не совсем правильный образ жизни я вела в виде кофе, большого количества сладостей, конечно же, образовались грыжи на позвоночнике, особенно в пояснично-крестцовом, не говоря уже про грудной. У меня их было больше 12. Единственный шаг меня отделял от операционного стола, это только моя голова, потому что я понимала прекрасно, что если я их заработала, то в природе точно что-то есть, чтобы их убрать. Вот с таким оптимизмом я начала поиски. Я обошла практически всех врачей Украины, Киева, в общем, все, что могла, и, конечно же, только на обезболивающих. Я начала простые делать шаги, начала просто пить воду вначале, я ее вообще не пила, ребята, я 30 лет не пила воды, начала пить воду, прошла несколько антипаразитарных программ, потому что после такого питания можно было понимать, что уже происходило в организме, и автоматически, конечно же, начали потихоньку эти грыжи вовнутрь втягиваться. Я думала, что такого вообще невозможно. Ребят, это возможно. У меня около 8 снимков МРТ на протяжении 10 лет. И вот с каждым годом мне становилось все легче и легче. Я забыла уже на данный момент, несколько лет, я забыла, что такое поясничные крестцовые боли, что такое воспаление седалищных костей, седалищных нервов. Я счастлива этому безумно, потому что знаете, что могло было быть, уже рассказала. И второй результат – это моя знакомая из Новосибирска. У нее был, Александр рассказал, коксоартроз, но уже во взрослом возрасте. Было 50 лет. И автоматически ее вообще никто не спрашивал, готовили ее только на операцию. И она, я сказала, говорю, попробуй. По крайней мере, ты точно дашь себе шанс попробовать и избавиться, потому что операция не решит никаких вопросов, она уберет только одну причину, у тебя один сустав, а что будет дальше с остальными суставами, я не помню, сколько там, 200 или 300 у нас в организме, и она поверила мне, я ей рассказала свой же результат, и она пошла по шагам, и где-то месяцев, наверное, через 7 или 8, она пропила 3 упаковки биалурона вместе со всей программой, сразу же пошла, сделала снимки, и какое было чудо, что коксоартроз с четвертой стадии ушел на первую. Я говорю, пройдет еще год, тебя вообще это снимут. Вот это вот счастье для меня точно было.